значении имени Зейнеп. Буква «Не» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Открыто высказывает свое мнение, не опасаясь реакции окружающих. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями – склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Такие люди обладают богатством идей, заботятся о своем внешнем виде. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Нумерология указывает по этому имени явное равнодушие к чужим проблемам. Обладатель этого имени либерально настроенный и свободный от предрассудков, уважает права других людей. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.